Итак, всем привет! Сейчас вам покажем ремонт котла, ну, бойлера, как бы, нагреватель воды Термекс. Термекс 80, ну, 80 литров. Вот, у него проблема есть такая вот, больная тема, это ломается кнопка управления, ну, где вот блок управления идет у нас, получается. Терморегулятор, круглая такая штучка, которая крутится, да, здесь, вот внизу. А на дне идет кнопка с 6 контактов у нее. Сейчас мы вам покажем поближе вот здесь. Вот идет 6 контактов, и вот проблема бывает, что, ну, просто от перегрева, от плохого контакта, для чего эти фишки начинают плавиться. И потом переключатель, получается, какой-то не работает из них. Там пружины, ну, проще. Замыкает, перезакипает, и приходится менять. Ну, слабое место, видимо, Китай там туда сюда сделан. И сейчас мы вам покажем, как это все меняется. Мы вам покажем, какая особенность у этой кнопки. Получается, что когда люди разбирают, а потом собрать не могут, путаются в контактах в этих 6 проводов. Вроде 2 идут на фазу. Выход фазы идет, получается, и 2 это с терморегулятора и 2 подсветка. Вот это цветом тут обозначено, если видно, что 2 нижних, это такие позолоченные, да, цвет. Это идут на подсветку. Остальные 4 идут. Это по парам у них идут. Если сейчас мы покажем так вот. Спарено. То один контакт идет верхний. Не, не верхний идет. Один идет стена красный. А второй спаренный. Это идет параллельно. Идет с терморегулятора. Вторая пара тоже идет. Получается один с терморегулятора. Только с другой стороны. Коричневый этот провод. А желтый идет стена. И 2 нижних, это получается у нас подсветка идет, 2 синих. Просто для подсветки кнопки. Ну, включается там оба тена, либо один тен, либо оба вместе. Вот такая вот головная боль. Ну, в принципе, я еще схему сейчас выложу вам, чтобы было понятно, кто если разобрал, а собрать не может обратно. Это я вытащил специально наружу, все это, чтобы видно было. Можно еще снизу показать, как все это выглядит там, где тены расположены, куда провода какие подсоединяются. Чуть подальше. Вот. Это у меня уже тут пронумерованы просто контакты для себя. Но бывает, что нумерация там по каким-то образом потерялась. И вот снизу идут 2 тена. И, в принципе, вот так вот монтаж. Ну, как сейчас буду собирать, вам еще покажу маленько. Это я уже просто вытащил тут все мозги. Вот мы уже разобрали, получается, кнопку сняли, чтобы ее обратно смонтировать. Уже с этой стороны сверху. И вот тут видно уже, что отдельно все контакты. И чтобы обратно собрать, надо сначала поставить, получается, эту панельку, кнопку снаружи воткнуть и терморегулятор прикрутить к этим болтам, а потом уже натягивать контакты. Ну, сейчас все будем поэтапно делать, вам покажем. Сейчас захлапываем в чехол кнопочку и вот туда ее уже будем вставлять. Сейчас посмотрим. Или наоборот чехол. Сейчас подключу. Итак, сейчас мы уже подошли к финишу и показываем вам эту как кнопку мы уже подключили снутри. Но мы единственную кнопку поменяли синюю на красную, потому что синяя очень туго заходила, чтобы не сломать эту панель. Вот этот чехол. Это нормально зашел, а вот сами вот эти посадочные места очень туго. Чтобы не сломать, мы просто поменяли. Единственное, что для монтажа удобно вот рукой подлазить именно снизу. Снизу можно все контакты одеть, можете их тоже пронумеровать, как я. И, в принципе, я вот все, видите, все 6 контактов одел, тут все уже видно. Все в правильном порядке. И вот осталось только подключить релюшку. Релюшку мы тут на, ну, на 2, на 4 идет болта самореза. Прихватывается и уже, в принципе, можно монтировать так, чтобы удобно тут было посадочное гнездо попасть и удобно, чтобы терморегулятор у нас температура, потому что идет отсюда, идет, соприкасается термостат. И вот уже покажем вам, как все это прикрутим, уже включим